До інших тем. Новое родовище нафты открыто у Беларуси. Как поведомили на предприемстве «Беларусьнафта», оно отримало назву «Вугальская». Нафта этого родовища относится до категории тяжкодоступных запасов. Спростить распрацовку повинен аномально высокий пластовый тиск. Запасы нового родовища оцениваются у 1 695 тысяч тонн нафты. Больш докладную оценку специалисты зробят после бурения другой разведочной свідравіни.